Европейский Центробанк начнет скупать гособлигации на вторичном рынке уже 9 марта. Об этом заявил председатель ЕЦБ Марио Драги после встречи с президентом Кипра в Никосии. Надеясь ускорить рост экономики и потребительских цен в еврозоне, главный банк Европы планирует тратить 60 миллиардов евро в месяц на скупку суверенных бундов, а также некоторых активов частного сектора. Скупка продлится как минимум до сентября 2016-го, пока ЕЦБ не увидит устойчивые изменения уровня инфляции.